оставляют. Это уже, не знаю, больше метра прорыли. Не везде, но... Скоро уже будут собирать арматуру. Их тут осыпалось. Это еще хорошо экскаватором не выбирали. Все руками. Меряем глубину раскопок. Сейчас 1,30 м. Угу. Еще копать до 2. И копать. 1,40 где-то вот так. До 2. Да. Рабочие были здесь. Рабочие ели из этой миски. Что у вас здесь? Это рабочий ели из миски. Котлован сам собой образовался. Что вы скажете про нашу стройку? Нормально. Идет, да? Видите, гуской трясет. Смешная. Ага. Да? Улетело все. Здесь проверялся. Куча, которую никак не уберут. Вон где траншея, до нее дом не дошел. Видишь? Вот за траншея. Красивая. Да, только смотри под ноги аккуратно. Наш вот, кирпич вот и красивое говорю, как небо. Перламутр. Угу. Я как перламутр. Я не видела небо. Да, я понял. Что, померить, что ли? Померить. Да нет, я вижу. Сейчас она хотя бы ровная по периметру. Видно невооруженным глазом. Равнодушным. Мам, я говорю, что прикольно. Самая ровная часть участка у нас свободная оказалась. Вот здесь самый перепад был. Да. Знаете? А здесь просто нет никаких перепадов. Пахнет как хорошо кассировочка. Ага. Коровы там все орут. Лезут весь день. Слушай, Макс, смотри, самолет какой-то не приносит. Макс, малыш, где лестница? Дай-ка мне камеру быстро. Вон лестница. Вон там земля, там они лазят. Нифига, на разных эшелонах. Вот это прикольно. 2, 3, сколько? Это 2, сейчас один ниже, другой. Ух ты, один здоровый. Высоко. Вот они только что рядом были вообще. Рядом я видела, около луны были. Они друг за другом, да? Да. Смотрите, ракетоносители рядом. А? Поднялся. Уже больше всего видно. Угу. Со второго этажа будет видно все. Пол. Классно. Слезай.